наилюбимейшие просто туфли. Простите, у меня следочек немножечко выглядывает, не было прям низкого-низкого следка. Значит, что я могу сказать по этой паре? Это пара для тех, кто любит модели на плоском ходу. Что здесь примечательно, что эта модель, ее можно носить и без шнурка, там внутри есть резиночка. И ее можно носить вот так с шнурком, зашнуровать. Плюс шнурок можно заправить. Вот эти все кончики, и будет это очень-очень аккуратно, ничего не будет вообще торчать. Ну, сейчас мне одной рукой немножко сложновато. Смотрите, эта модель то же самое, она великолепно подходит как к костюму, так к платьям, но и они, конечно же, беговые, прибеговые. У меня, еще раз повторюсь, у меня 40-й большой размер, но несмотря на это, они не смотрятся громоздко. То есть, если вы посмотрите на весь образ, то есть на мой рост, на мою комплекцию, эта пара обуви, она абсолютно не смотрится какой-то гигантской, она не смотрится большой. Вообще все девочки с большими, маленькими ножками, любите себя такими, какие есть, потому что вы самые-самые красивые, вы самые-самые лучшие у себя. И ваши ножки нужно обувать в то, что вам нравится, то, что вам идет, и это всегда вам будет поднимать настроение. Я смирилась со своим 40-м размером, хотя мне всегда хотелось поместиться в 39-й, он мне казался на мне идеальным. Но мой 40-й размер, он меня сейчас абсолютно устраивает, и я абсолютно счастлива. Смотрите, в тени они смотрятся очень так прям брутально, очень насыщенно, прям ярко-яркое солнышко. Они очень красиво поблескивают. Ну и, конечно же, дорогие мои, не забывайте о уходе, о вашей обуви. Все это есть у нас. Скоро на нашем YouTube-канале абсолютно все выпуски будем выкладывать, как ухаживать за обувью, чтобы она всегда выглядела вот так и не хуже, даже если и год, два и три.